Как оцениваете свою игру? Играли, ну, в целом неплохо. Местами, правда, передерживали мяч. Много не получалось. Ну, под конец устали и перестали вообще биться, играть друг за друга. В целом все. Оцениваю игру как игру без особого интереса. Сегодня у своих парней. Я как зритель могу сказать, что не было каких-то серьезных намерений на сегодняшнюю игру. Это сказалось на счете. Счет у нас 3-8, прошу надо заметить. Если изменим отношения, я надеюсь, в будущем у нас все получится. А почему во второй половине первого тайма заменили вратаря на полевого игрока? Он вратарь. Дело в том, что у нас два вратаря, и два вратаря квалифицируются на разных моментах, а именно игра ногой. Если во втором тайме поставили парня, который просто лучше владеет ногами. Да, вот, и поэтому, ну, нам нужно было догонять, в любом случае, мы хотели поиграть как пятый полевым. Подержать мяч хотели просто. Да, ну, вроде неплохо получилось, сколько там, 3 мяча забили. Даже гол забил вратарь у нас. Да, поэтому, ну, мощнейшим ударом. Сработала стратегия. Вот так. Во втором тайме уменьшилось количество моментов на половине соперника, с чем это связано? Соперник перестал давать свободное пространство или просто не получалось? У нас много не получалось. Не понимали, было мало взаимодействия. Вот так вот, поэтому мы сыграли во втором тайме. Прошу заметить, что тяжело. Тяжело действительно на таком покрытии играть. Мы сейчас выступаем уже на Лиге города среди вузов. Мы играем на покрытии для мини-футбола. А тут как бы трава, и тяжело привыкнуть, тяжело с одного покрытия перейти на другой, поэтому это был больше такой ознакомительный матч для нас, для первой команды. Прошу заметить, уверен, во втором матче все получится намного лучше.